Я хочу познакомить Ирина. Ну, никогда не я не видел, только по телефону. Да, да, все. Да, это тоже ручная, да? Да. Она полностью автоматическая. Вообще, кнопочку нажали, машинка шьет. Кнопочку нажали, не шьет. Но без педали. Без педали. А можно без педали? Можно без педали, можно с педалькой. Здесь есть функция краеотметочного. Ага. Вместо агрелока использовать. Вот здесь вот все ее строчечки, все вот сюда она подсвечивает. Это та, как она может строчить. Это все вот ее варианты. 49 швов, видов швов. Это скорость, побыстрее шьет, помедленнее. А кнопочка, которую нажимать? Вот, ты сюда нажали? Мишка есть? Мишка есть, да, есть. Есть. Все тут есть. Смотри, есть. Чек, все. Там гарантия, чек. Здесь еще поменять чехол. Вот чехол тут еще. Мы решили обе вам. Это молодость, помните? А это сейчас освоится. Да, этой бы хватило. Это не надо было брать. Нет, мы решили, девчонки решили. Будешь пробовать. Да. Пусть память у вас будет от казахских, казахстанских это девушек всех. Да, да. Смотрите, это у меня чехольчик, чтобы она не пылилась. Ой, конечно, вы что? Чтобы все имело. Бабушка, и рукавчик будет удобно пошить, кроночку. Все сюда, вот, свободный рукав одели. Все просто чуть. Ну, зачем мы зря? Так классно, мне так нравится, что ей нравится. Мне так нравится, что ей нравится. Ну это просто так. Да. Потому что это десятка. Ой, вот это классно, вот это. Мне же я все. Можно будет их забрать, интересно? Да, купить можно будет. Ну, руку вам вязать. Мы достанем, будем доставать нитки. Сколько надо вязать, скажите? Мы готовы. Вот я сейчас что есть, можно заберу? Все надо делать. Хорошо. Вот такие прям нежные, я прям с удовольствием. А скажите, какие побольше, должны, я постараюсь найти. Все, то побольше вон. Да. Ой, классно. Это тоненькие нитки, понимаете? Нет, это же хорошо заношу. Да, конечно, да, мне прям пофиг, мне лишь бы ажурное. Смотрите, вот это все, как раз она нам все это носила, показывала. Смотрите, красота такая. Присаживайтесь, двигайте стол, как вам удобно. Да, кстати. Расскажите еще раз. Руками к новому... еще раз скажите, что вы к Новому году шили это платье руками. Машинки не было руками. Смотрите, все шито руками. Смотрите, какая вы молодец. Какая вы молодец. К Новому году пошила платье. Не было машинки, пошила руками. Даже оверлок, смотрите. Да. Вижу. И кнопочки, видите? Кнопочки, потому что не было вот этой самой, как бы, дырочки делать же, да? И вот потайные кнопки. Вообще молодец. Карманы, смотрите, как я вшила. Шикарно вообще. Еще все это, смотрите, как обработано. Супер. Можно. Вот потом у вас учиться и учиться. Ну-ка, расскажи. Такое. Сколько лет проработали? У меня большая усидчивость. Я как села за эту работу. Ира может подтвердить, что я могу не кушать. Чувствую, еще не вижу. Здорово. Ну-ка скажите, где вы партизанили? Сейчас. А? Она? В Белоруссии же, да, Ирин? Да, они жили в Белоруссии. Угу. Сейчас. Да, когда мама умерла? А? Сколько лет было? 11 лет было. Мама у меня была очень хорошая портниха. Mm-hmm. Шила пальто, эти все. Я ее наследовала. Mm-hmm. Нас было 4 сестры. Но так как я наследовала маму, то ни одна, ни одна. Uh-huh. Не наследовала. Мама тоже вязала, вышивала, шила пальто, платье, костюмы, все шила. Угу. Две сестры рано, ну, вышли замуж, уехали. Вот прошел. Угу. Вот, и вот эти годы. Да. Все надо было на себе перенести. Придет задание, слава Богу, что остался жив. Вы сейчас видите, что в Сирии делается? Да, там да. Же тоже партизан. Так, мы же пришли тоже, наверное, смотрите. Здесь uh-huh. как раз написано «Партизан» Украины. Украины. И здесь вот «Великая перемога» — это белорусская медаль. Uh-huh. Да, большая победа. Большая победа. Там соцтруда у меня есть. Uh-huh. Вот тоже незалежность, видите, украинская. Uh-huh. А это орден за отвагу дали. Это Украина? Украина не боялась, лезла кругом. Вот это? Да. Да, это законный, заработано законно. Мне так понравился ее сарафан. Она же прям быстро так. Быстро. Очень быстро.